Всем привет! С вами Penny Press. А это значит, что сейчас у нас будет очередное видео. А так как сегодня у нас понедельник, сегодня не просто понедельник, у нас сегодня первый день весны, то самое время объявить еженедельный воскресный розыгрыш. Это значит, что в это воскресенье будут разыграны следующие лоты. То есть... Вот эта эмочка «Взгляд в прошлое», вот эта эмочка «Брифинг» и вот эти вот «Дуал Берецы». И я теперь устраиваю, хочу попробовать новую систему, не систему мест, а систему лотов. То есть приз будет выбираться при помощи рулетки, а потом уже будет выбираться победитель на этот приз. В общем, посмотрим, как это все зайдет. И что нужно сделать, чтобы стать участником этого воскресного розыгрыша, который пройдет у нас 7 марта. 7 марта. Вам нужно поставить вот этому видосу лайк и в комментариях написать комментарий под видео минимум из 5 слов. Написать комментарий под видео минимум из 5 слов. Вот. Так. И впереди у нас 8 марта. Что же мы придумаем на 8 марта? Я скажу в следующем видео. В одном из следующих видео. В общем, сегодня я залетаю на Case Battle. На Case Battle буду снова пытать свою удачу. Ох, я не знаю, как пытать неудачу с амонгами. С амонгами пытать ли удачу, либо не пытать, да? Либо попытать просто сильверов открыть, там, 20 раз сильверов открыть и попытать залететь апгрейды, да? То есть, в общем, ладно, я сейчас попытаюсь что-то выбить с амонгов. Посмотрим, какая, что выпадет с амонга. Потом посмотрим... Что выпадет у нас? Ну, какая сумма выпадет? Если что, продадим, потом откроем на это все сильверов. Откроем на это все сильверов. Розовый. Пытаешься извиниться, да? Ну, вряд ли у тебя получится. Ты мне вчера такую свинью подложил. Свинищу просто. Во. Вот почти как желтый подложил. Давай ас откроем, посмотрим, что. То есть закинул 200 там с промокодом. Кейсы еще никакие недоступны. Пульс. Чудеса, да? О, закинул 2, получил 3. Отлично, 3 получил. Так, что мы? Мы сейчас. Так, самая дорогая это вот это, да? То есть, значит, мы продадим. Так, мы продадим вот это и вот это. Вот, продадим вот это и вот это. Откроем сильверов. До талого прям. 96 рублей есть, а черт его знает, сколько это раз. По 13, 5, 6, 7. 7 раз, по-моему, да, можно открыть. Все-таки хочется какого-нибудь апгрейда. Хочется апгрейда сочного на 10%. Чтобы зубы свело от удовольствия, когда он взлетит. Ну или просто улыбка на лице возникла. Либо просто улыбочка. Просто нас улыбнуло, призраки. Вот, еще на разок хватит. Так, 3 закинем в контракты. Африканочка была сегодня, да? Скажи, мне же вроде африканка... А, это калаш африканка падал там что-то. Дороже за 16 рублей. Да, это АВП африканка. Горелка хорошо должна стоить. Ну, слушай, что-то, по-моему, они в цене. В цене они что-то под это... Подпровалились, да? Или мне просто кажется, что они... Да, это калаш. 22, но мы можем до 96 поднять. Ну, мы на 30 подняли, да? Дуал берет королевская чета. А, ну, лады. Иды туды. Так, 9, давай. Короче, снова пробуем 10% апгрейд ловить. Черт его знает как. Черт его знает что. Но мы пробуем. Не оставляем надежд. Не оставляем попыток. Мы верим только в хорошее. Мы верим только в хорошее, потому что плохое же, оно все равно имеет свойство заканчиваться, да? Оно же имеет свойство заканчиваться. Вот я верю в то, что оно закончится. Оно закончится. Так. Че, залетим, горелочка? Давай-ка на 200 залетим. 10% кровавый спорт. Да, нет, не хочу я кровавый спорт. Не хочу. Я хочу... Пусть будут клочья. Горелка Бунзена мне сейчас даст клочья. Нет?
Как так? Горилка Бунзена. Чтоб тебя девки драли. Да, разодрали. Ах, ох, прям жжет-то жжет. Ну давай три, ладно. Ты, если не хочешь две давать, давай три сотки тогда, чё. Ну, я согласен был на две, но... Раз ты говоришь три, так пусть будет три. Залетает. Залетает. Я тут это в полумраке, в полутьме. Так, и что мы теперь можем сделать со всеми этими? У нас сейчас есть 5 сотен на балике. Кортисейра, найс, да? То есть мы тогда теперь вот эту штуку продадим. Продадим тебя, да? Две сотки есть. Сейчас щеманем. Ну, кортисейра все, однозначно на вывод. А, зелень. Розоньку. Давай мы розочку. Откроем розочку. А, розочку откроем. Он вроде сегодня больше всех давал. Это хуйня, да? Розовый. Ну-ка, исправляйся быстро. Ну нет, это просто говно. Просто говно. Давай тогда ас. Чем нас порадует ас? Стимфолийская птица. Но пасаран. Не, ну это все получше, чем вчера летело. Все получше, чем летело вчера. Стимпа. Осужденный. Так, что у нас тут по контрактам? Ну, давай напоследочек. Подожди, или... Так, это сколько? 42,9. Это 53, да, будет? 51 рубль. Ну, 53, 52 рубля будет. 52 рубля, это 4. 4, я могу открыть 4 раза сильверов. Нет. 4 раза могу сильверов, нет, стой, давай мы тогда, мы сейчас не будем это делать, мы сделаем вот так. Вот так и вот так. Вот так, да? Сколько бабла? 52. 52. Давай шанс дадим желтому. Желтому давай дадим шанс, посмотрим. Не знаю, что я вообще в эти амонги уперся, чайка. Что я? Шанс желтый. Ты не захотел воспользоваться шансом, я так понимаю, правильно, да? Вот. Потому что ты просто сволочь. Потому что ты просто сволочь. Давай, полтишок. А эти два заберем и все. Давай, сатен. Ну так просто по фану, по фанчику. Ну давай Франклина. Давай по фану Франклина еще заберем сейчас и найс будет все. Ну нет, не заберем, да? Не заберем. Ну не заберем, так не заберем, чё. Зато заберем. X2 сделали. X2 сделали, это значит на вывод. Все, вот так. Ну, все, ребята, в общем, вот такой получился видос. Еще раз напоминаю, чтобы принять участие в розыгрыше, который состоится в это воскресенье, вам нужно под вот этим видосом поставить лайк, написать комментарий из 5 слов и, естественно, присутствовать на розыгрыше. Присутствовать на розыгрыше. Да, в общем, на этом все. Всем пока и до новых встреч.